Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Ответим на вопросы в номере 478. Сформулируйте правила сравнения положительной дроби с нулем, отрицательной дроби с нулем, положительной дроби с отрицательной. Все эти правила даны в пункте 3.3 учебником. Любая положительная дробь больше нуля. Любая отрицательная дробь меньше нуля. Любая положительная дробь больше отрицательной. Ну и две дроби равны тогда и только тогда, когда после приведения их к общему положительному знаменателю равны их числителям. Мы сформулировали правила сравнения дробей. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.